Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon версия 3.0. В прошлом эпизоде, ребята, мы сделали семью Мьюту. Вот он, красавец. Сейчас как раз убьем вот этого покемона-босса, который так заспавнился. Офигеть, сильный. С одного удара. Так, так. Дабл кик, сенд атак. Давайте все-таки вот это. Ух ты, отлично. Ну что ж, идем домой. И, как я говорил, ну, что я нашел фосил, ну, в предыдущем эпизоде, да, я говорил, что я без съемки побывал в шахте и нашел один фосил. И, как я говорил, ребята, наверное, в этом эпизоде мы сделаем себе еще одного окаменелого покемона. Давайте, поехали. Ставим вот так, и пусть он там крутится. Ну, делается. А вот что с этой машиной делать, я не знаю, так как, в принципе, все как бы, мы ее сделали, поставили Мью, с Мью сделали Мьюту, да, и машина сломалась, и больше она как бы, нельзя ее починить, да. Да, в принципе, нет смысла, так как Мью, да, уже сделали Мьюту, и отлично. Так, что это за покемон? Туртуга! Офигенно, ребята! Офигенно! Так, давайте поставим такую покебол, которого... Мунбол, Хэвибол, давайте Сафарибол. Отлично, ребята! Сейчас мы будем качать Снайви и Комбускена. В принципе, нужно прокачать. Сейчас, конечно, бы нужно покемона-боссов найти каких-то. В принципе, всегда их как бы нужно найти, да. Давайте тпхнемся куда-то в такое место. У нас, кстати, есть еще один мастер-бол. Так что давайте мы пойдем в равнины. Если что, Райкваза, давай, мы тебя ждем. Не будем тебя ловить, мы просто с тобой поздороваемся. Как дела, дружище? Я тебя отпущу, действительно. У меня нет мастербола, давай спамься, пожалуйста. Сейчас не хочет что-то. Так, давайте поищем каких-то более-менее таких высоких уровней. Сейчас я, наверное, буду только все Мьюту делать, это же Мьюту. Ух, как этого... А, ну, в принципе, нет смысла его ловить, так как он не очень большой уровень. Так, сейчас, ребятки, так, ты какой там уровень? 35-й? Сойдет. Иди сюда. Так, давайте вот этот скилл проверим. И вот этот. Ух, тут тоже нехреновый такой. О, Снайви уже эволюционирует. Отлично. Мьюту, ни хрена себе, смотри, сколько у него жизней. Так, Снайви, давай. Если бы ты еще показал... Так, Сервайн, да? Нет, не ты Мьюту, Сервайн. Офигеть, ну это тоже какая-то, фиг его знает, что-то, на что это похоже. На какую-то рыбу. утка рыба, что-то такое. Ну, мне так лично кажется. О, покемон босс. Кто там у нас? Не гори, что под землей. Нет, вот он. Давай, Мьюту, покажи свою силу. Ну да. Так. Ну, покеболы нам пригодятся, так как мы даже еще ни одного покебола себе не сделали. Вообще ни одного, ребята. Вот эти все покеболы, которые у нас есть, мы их повыбивали с покемонов-боссов, да. Так, уровни качаются. Райчу, 42 уровень. Не нужен нам Райчу, даже если мы словим потом Пикачу, то словим Пикачу, а потом сами его прокачаем в Райчу. Я думаю, что можно уже как бы начинать прокачивать вот тех покемонов... Ну, те вещи, которые выбиваются для прокачки покемонов. То бишь, вот эти все штуки, которые можно эволюционировать. Сайтера в следующей эволюции, Электробаза в следующей эволюции, Райдона, Магмара, вот эти все штуки.
Да, их нужно передавать в трейде, там покемон босс, но я или зайду со второго компа, или просто себе как бы эволюционирую его, о, красный, и возьму как бы его себе сам. Ну, посмотрим. Сотый уровень. Один удар, ребята. Один удар. Голдин. Ух ты, сколько мы тут сейчас выбиваем. Нужно Голдин. Все-таки, я думаю. Голдин. Так, это что за покемон? Мне кажется, ребята, нужно поубивать мил танков, так как нужно себе рюкзак сделать. В принципе, вот когда так убиваешь покемонов-боссов, да, то иногда даже не хватает места, чтобы те все штуки поднимать, которые с них выпадают. Там уже наша тортуга сделалась, я что-то как-то забыл даже. О, покемон-босс. Где он? Ну давай грузи. Так, вот он. Только не под землей. Только не под землей. Отлично. Давай, Мьюту. Один удар. Два. Ну, тоже отлично. Ух ты. Отлично. Ни хрена себе, сколько он жизни Мьюту снял. Так, ребята, на секундочку в шахту. Так как фосил. Нет, не буду я туда идти. Так, давайте сюда. Наша тортуга там уже сделалась, как я думаю. Тортуга, или как она там называется. Забираем её. Отлично. Поставили её в компьютер. Не буду я еще пока брать, так как, в принципе... Там еще один покемон босс. Так как, в принципе, и нет места, и мы качаем вот этих покемонов, которые сейчас у нас есть. Так, где там покемон босс? Вот он тут. Главное не под землей. Нет, вот он. Вот он, так. Иди сюда. Магмар там. Можно еще его словить, чтобы потом прокачать. Так, один удар, ребята. Ну, нормально. Так, нам бы действительно мил танков поубивать, так как, в принципе, нам нужна кожа. Давайте... Не так. Мат или пока что нет. Давайте пробежимся в поле. Может, и Райкваза надумает, да, что-то. Так как и бывает, что она и спавнится по несколько раз, а потом вообще не спавнится много раз. Ну, в смысле, долго не спавнится. Так, что тут у нас новенького? Ничего. Ладно. Пойдем мы куда-то вот сюда. Там у нас лес, там у нас на карте много покемонов или нет. Это у нас в воде много покемонов. Ну, в принципе, так и так. Можно туда пробежаться. Покемоны боссы. Ладно, тут никто не спавнится, поэтому давайте пойдем мы вот куда-то вот сюда. Ну, отлично. Так. Ух ты, сколько вот тут этих покемонов. Сейчас бы. О, они большие уровни, ребята. И мы их убиваем с одного удара. И с них еще и кожа выпадает. Офигенно. А, ух ты. Так, отлично. Отлично, ребята. Отлично. Мало того, что они еще и большие уровни, на них отлично качаться, с них еще и кожа выпадает, которая нам сейчас, в принципе, понадобится. Поэтому... Давайте, 48 уровень. Давай. Бум, отлично. Мы уже себе можем бэкпак сделать, да? Да, мы уже себе можем рюкзак сделать. Так, ты какой там уровень, дружок? 27-й. Ям-барам-бам. Ну, давайте, поехали. Один удар. Еще один удар. Отлично.
прокачали более-менее. Сейчас. А, не, я так хочу Абру. А, действительно, я что-то даже про нее забыл как-то. Да, Heavy Ball, Moon Ball, Ultra Ball, Repeat Ball. Давайте... Хрен его знает чем. Repeat Ball, Ultra Ball, Moon Ball. Давайте Heavy Ball, так как больше вариантов толком и нету. Ультра Бол нет, Мастер Бол нет, Репит Бол нет смысла, Мун Бол тоже нет смысла. Ну, Хэви Бол тоже, я думаю, нет смысла, но попробовать можно. Нет, не словили. Ладно, не словили, так не словили. Хочу и Абру, действительно, что-то я как-то забыл про этого, даже покемона. Так, опять шахту на пару секунд. Куча фосила. Ну, в принципе, даже если вот тут куча фосила, то на такой высоте... Не фосила, гравия, какого нахрен фосила. Если даже вот куча гравия, то на такой высоте как бы даже фосил не спанится, я так думаю. Он на более нижних высотах таких спанится. Поэтому давайте немножко спустимся вниз, ребятка. Так. Это же фосил, да? Так, тут у нас что-то есть. У меня есть вот это. Знаете, куда-то вот сюда. Ух, там Абра умерла или что это там? Как она вообще тут могла умереть? Перла, не буду я их брать. Нету смысла, там у нас... Вот этот виднеется, покет-центр. Тут у нас что-то есть. Тут у нас пока что ничего нету. Но давайте проверим, ребята. Какая высота? Какая высота? 25-я высота. Так. Там у нас всякие каньоны. Или чё это? Ух ты, это еще за покемон? А, ну в принципе, да. Давай, иди сюда, ты большой уровень, отлично. Голем. Не буду я его ловить. Пока что не буду. Так, смотрим гравий. Так, камбускен у нас уже 31 уровень. И... Так, тут ничего. И сырвайн тоже у нас уже более-менее такой... прокачанный, да? Немного им еще осталось, я так думаю, для эволюции. Фосил? Нету. Ребята, мы уже нашли 3 фосила. И они все разные. Как бы разные покемоны попадаются. Даже нету тех покемонов, которые у нас были в предыдущем сезоне. Все другие. Так, гравий. Ладно, я думаю, сейчас уже можно выбираться. Давайте еще. Так, тут тоже куча гравия. Диглет, ты что тут делаешь? Тут ничего нету. Давайте сюда. Тут тоже ничего нету. Ух ты, тут сколько гравия. Гравий и фосил. Так, где вы? Ну, гравий вот тут, как бы его всегда, да, куча, но... Ну, понятно, что каждый раз не будет, как бы, фосил попадаться, это понятно. Если бы каждый раз возле гравия попадался фосил, это было бы хрен его знает что. И тут еще гравий. Чуть не бабахнулся. Так, у нас тут камни огня. Не буду я их брать, не буду их собирать.
Так, тут у нас что? Тут у нас тоже гравий. И тут у нас гравий. Нет, зависло так вообще офигенно в полете. Так. Тут как-то пробрались. Алмазы. Уже отлично, ребята. Один алмаз только? Нет, два. Нет, три. Нет, четыре. Нет, пять. Нет, шесть. Отлично, ребята. Спустили в шахту, нашли 6 алмазов. Это уже можно считать у нас один мастербол, если мы сделаем себе магазин, да? И это уже отлично один мастербол. Еще алмаз, ребята. Ну тут я не знаю. Два, три. Три алмаза. То есть мы спустили в шахту, нашли 9 алмазов, ребята. Это же отлично. Фу. Считайте, действительно, если мы себе сделаем магазин, то 9 алмазов это уже просто нереально круто. Это какая у нас высота? Ну, в принципе, да. Так, тут у нас ничего. Я уже выбираемся сейчас отсюда уже, ребята. Еще я вот сюда пробегусь. Тут что-то может еще и будет. Тут у нас гравий, так что давайте еще сюда пойдем. Нет, тут у нас нет фосила. Все, ребята, давайте будем выбираться с шахты. Тпхаемся мы домой. Где у нас дом? Где-то вот тут, отлично. Все, ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.